рождение нового творческого объединения «Квартирник». «Квартирник» на Ильинской. И хочу пожелать новорожденному многие лета в любви, творчестве и радости. А мечтаю я такое простое, легкое, но критерий поэзии. Для кого-то критерий слезы. Мол, реву — это значит блеск. Для кого мотыльки, стрекозы, скворошами, а может без. Для меня же критерий радость. Если радостно мне от слов, это значит цветущим садом, под веселым каскадом радуг вдруг повеяло от стихов. И когда говорят мне: «Ух ты, это просто до слез, реву», я не верю. Снимите путы с вольных крыльев, снимите путы, бросьте в жухлую их траву и летите, летите в небо радости и чудес. У поэзии запах снега, запах первого в жизни снега, бергамотом, а может без. Поздравить городской центр культуры с юбилеем. Он почти мой ровесник. Я немножечко еще не доросла до 45-летия. Я с 8 лет как бы соприкасаюсь иногда с жизнью ГЦК. 8 лет я впервые пришла в театральный коллектив, который находился тогда здесь. Но с тех пор я дружу с театром очень тесно. Некоторые знают об этом, поэтому тоже многие лета творчества, любви и радости. Спасибо за внимание.